Здравствуйте. В одном из видео своего подкаста решил поделиться мыслями о том, как я себя представляю и что я понимаю под смертью. Смерть – это немножко такая вот тема неприятная, которая обычно не затрахивается в обыденной жизни, об этом не говорят много, но тем не менее я решил записать одно из своих видео, вот, и посвятить его именно это видео по такому интересному феномену, как смерть. И начать это видео я бы хотел из цитаты величайшего ученого прошлого столетия, светила науки, которого я лично очень сильно уважаю. И я знаю его биографию, знаю многие его произведения, работы, труды с детства, с юношеских лет, с самого раннего возраста. То есть этот ученый мне хорошо знаком, и я его действительно, этого ученого великого, искренне за его труды, за его работы, за его мировоззрение, взгляды, я его любил искренне. И, ну и продолжаю любить, конечно. Это один из таких самых великих людей, которые являются для меня вот, воплощением науки. Это Константин Эдуардович Целковский. В свое время он так сказал о смерти. Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем. Последнего как бы нет. Это ученый, на основании работ которого сегодня вот развивается космонавтика на международном уровне. Значит, он сделал огромное количество открытий. Это общепризнанный ученый великий. То есть я к чему говорю? Его слова – это не пустота. То есть если, возможно, он в чем-то... Конечно, возможно, что он в чем-то ошибался. Это допускаю. Все люди ошибаются. Это свойственно человеку делать ошибки. Но тем не менее, значит, в его словах есть доля истины. Обязательно. То есть он не мог просто вот так случайно и пустозвонно там что-то, что попало э, э, там сказать. То есть доля истины в этих словах все же есть. И я еще раз хочу повторить вот его э, изречение, цитату Целковского: «Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее нет, потому что существование атома в нейронической материи не отмечается памятью и временем» последнего как бы нет. И э, продолжая дальше вот в том же духе, так же, как и э, продолжая мысли Целковского, со своей точки зрения, э, то, что первым бросается в глаза мне, как человеку любознательному, внимательному и эрудированному, первое, что бросается в глаза, это то, что подобие смерти есть сон. То, что каждый человек испытывает ежедневно. Это тоже отключение потеря сознания. То есть человек теряет свое сознание. Он не может себя осознавать, чувствовать, воспринимать. Разница между сном и смертью с физиологической биологической точки зрения, конечно, она огромна, прекращаются биологические процессы внутри организма, но с точки зрения восприятия человека разница в, в вере, в мыслях, когда мы умираем, у нас появляется страх, просто он ну, ужасный страх, когда мы ложимся спать, у нас есть надежда на то, что мы проснемся на следующий день с утра. То есть разница в этих двух понятиях – в страхе и в надежде. То есть, когда наступает смерть, появляется страх, когда человек погружается в сон, у него присутствует надежда. Надежда на то, что он проснется, проснется, на следующий день утром. Но сознание отключается так же. Дальше мы не знаем, что, потому что мы сами себя не осознаем. Мы не знаем, что происходит дальше с нашим организмом, с окружающим миром. Мы не можем об этом ничего говорить, потому что наше сознание целиком и полностью отключается. И разница только в этом. Только в том, что со смертью у нас приходит страх, а со сном приходит надежда. И еще одна аналогия со смертью. Вот в детстве у меня такой был оставленный организм из-за частых болезней. И я много раз я терял сознание. Это, это не, не, не один раз, а я это хорошо помню с детских лет. Вот, потеря сознания. Какими ощущениями? И это тоже отключение сознания, оно а, сродни тому, что смерть, сон, отключение сознания – это а, ветви одной, а, одного дерева. Значит, потеря сознания. Какими ощущениями? От такого сладкого расслабления, избавления от всяких тревог. Ощущение вот такого вот успокоения, полного сладкого такого успокоения. Вот такие чувства, как, которые наступают во время потери сознания. Когда вот в обычной обыденной жизни, там вот, во время учебы или что-то там еще, что-то произошло, отключается мое сознание. Что я при этом ощущаю? И это сходится с теми философскими понятиями прошлого, прошлого тысячелетия или столетия древние философы греческие вот они говорили о том, что это только философия, то есть это это не научное определение, это философия. Она говорит, что жизнь это муки, а смерть это избавление от мук. Вот именно при потере сознания ситуативная такая вот потеря сознания. Вот именно это и чувствуется. Вот такая вот сладкое избавление от всех э, э, негативных чувств, от трудностей, от боли, от всего. И вот такое вот расслабление и э, уход куда-то вот в никуда. И, и, и к тому же, вот э, допустим, когда человек теряет сознание, я тоже вот, поскольку я терял, терял его часто, э, дают, это разработано было во времена Второй мировой войны, дают такое средство, как нашатырный спирт. Вот. Он активирует определенные там рецепторы, воздействует на рецепторы, определенные механизмы активируют в организме, и человек чувствует какую-то вот опасность, и э, организм пробуждается. И это, в этом есть что-то вот загадочное, в этом есть что-то необычное. То есть такой необычный способ излечения, когда человек вот э, Умирает, ну на войне это, допустим, применялось к солдатам, которые не просто теряли сознание, а которые умирали. Вот. Им давали нюхать этот нашатырный спирт. То есть он, активи... он э, активировал определенные, воздействовал на рецепторы, вот, на, нюх, э, на нюх, и активировал какие-то механизмы защитные в организме. Организм начинал бороться, он начинал противодействовать. То есть создавалась какая-то внешняя проблема. И он начинал организм, с этой проблемой бороться и так продолжалась жизнь. Вот так спасали жизнь солдатам на войне. То есть это тоже относится к теме понимания того, что такое смерть. Ну и еще вот важное такое наблюдение мое, это лично мое наблюдение, я считаю, что такие три понятия, как смерть, страх и злость, они находятся где-то очень рядом, очень близко друг к другу. И они провоцируют а одно, переходит в другое. То есть, когда человек очень сильно злится, он начинает так взаимодействовать с окружающей средой, он провоцирует отрицательную реакцию на себя. И в конечном итоге это может завершиться смертью. То есть злость, она имеет прямое отношение к смерти, я так считаю. То есть люди, которые очень сильно злые, они, как обычно, как правило, они долго не живут. Очень злой человек. Страх. То есть когда человек испытывает огромнейший страх, он может перейти какую-то определенную черту. И дальше уже организм, его состояние, он не может остановиться. Он скатывается, как в пропасть. И потом, как защитная реакция, сознание отключается. То есть э, потеря страха, как, допустим, потеря сознания при страхе, это как, допустим, на больших американских горках. Вот кому приходилось кататься. Многие люди теряют сознание от страха. Вот испытывает такой испуг, такой страх, что организм, как в виде защитной реакции, отключает его сознание. Вот. Я считаю, что и смерть работает по тому же принципу. Когда у человека появляется страх, он не может этот страх перебороть, он настолько сильный у него, что единственным решением, которое, существует, которое принимает его организм, является либо отключение сознания, либо смерть. То есть страх, злость и смерть, они находятся где-то очень близко друг к другу, они находятся рядом. Вот. Это то, то, что я думаю о смерти. Стоит ли бояться смерти? Такой вот интересный вопрос. А нужно ли ее бояться? Если смотреть с точки зрения вот древних философов, египтян, там, допустим, и так далее, то и с точки зрения того же, как относился к этому Константин Цартуковский, с точки зрения квантовой физики там, где у нас существуют только вероятности. Такого понятия, как жизнь и смерть, не существует. То есть все возникает и исчезает, и э, в принципе такого понятия, как смерть, не существует. Мы используем это понятие э, как смерть с тем, чтобы э, проявить в определенных ситуациях страх человеческий и изменить поведение таким образом чтобы придать человеку вид живого то есть чтобы он себя э, в своих поступках чтобы он руководствовался в определенных ситуациях страхом и при этом он как бы был живой то есть это очень условно то есть э, для того чтобы как бы, вот я в предыдущем видео в одном сказал свою мысль о том чтобы оставаться живым нужно бояться смерти то есть если у человека абсолютно отсутствует страх перед смертью, то с биологической точки зрения, конечно, он живой, потому что функционирует его биологический организм, его функционирует, но с определенной другой точки зрения он уже, но он не живой он не живой. То есть живым мы называем тогда человека, когда он не переступил вот эту вот границу, когда у него есть страх, он испытывает страх перед смертью. Когда этого страха нету абсолютно, то это спорный вопрос о том, стоит ли его считать живым или нет, этого человека, поскольку ну, с биологической точки зрения там система его, его организма, они функционируют. Но с философской точки зрения, с другой там, ну, это чисто мое мнение, я могу ошибаться, вот, я могу ошибаться. Конечно, международная организация по охране здравоохранения, она может дать четкое определение того, что такое жив, что такое мертв. Все, там, там все очень просто, там, грубо говоря, там есть сердцебиение, пульс есть, нету, вот, и так далее, то есть все как бы очень просто. Но с глубоко научной точки зрения, то есть если мы рассматриваем не конкретно вот пульс, сердцебиение и так далее, а если мы рассматриваем с точки зрения квантовой физики, это то тоже, чем я интересовался, интересуюсь, вот, физики субатомных частиц, элементарных частиц физики, то понятие смерти, оно очень относительное, очень относительное, очень. Вот и, и все-таки я склонен считать то, что вот э, смерть это то что искусственно мы как люди, как человек, как это, вводим такое понятие смерти для того, чтобы вот существовал страх, и в определенных ситуациях человек себя проявлял, ну как бы вот определенные поведенческие нормы устанавливаем. И говорим, что человек жив, потому что вот он боится смерти, он жив, да. Если у него отсутствует страх перед смертью, у него будет совсем другое поведение, совсем другое, другие... Характеристики, ее тут уже сложно сказать, является он же или мертв, если у него нет страха. Вот. То есть страх ⁇ это определенная граница, которая... Причем, с, если взять, допустим, древнегреческую мифологию, а с точки зрения древних греков, страх удерживает, э, то есть он является границей, и он удерживает живых при переходе в мир мертвых. И что немаловажно, что э, интересно, и в обратную сторону, то есть мертвых в мир живых удерживает тот же страх, та же граница. То есть почему мертвые не возвращаются из преисподня в наш мир, они чего-то боятся, есть какой-то у них страх огромный, почему они здесь не появляются? Если эту границу аккуратно убрать, если мертвецы не будут испытывать, они вернутся, они вернутся в наш мир. Насколько бы это э, не, не казалось банальным и э, глупым, но это так и есть. С точки зрения, это не только моя точка зрения, это и сугубо научный подход, во-первых, а во-вторых, это еще и э, точка зрения древнегреческих мудрецов. Это отражено в греческой мифологии. То есть страх удерживает не с одной стороны, при переходе из мира в живых в мир мертвых граница это страх, страх у нас удерживает. И в обратную сторону. При переходе из мира мертвых в мир живых там тоже есть страх. То есть мертвецы чего-то боятся и они сюда не возвращаются. Вот так это, так это работает. Вот мои мысли о смерти и не просто мои мысли, а вот я пример, привел, к примеру, древнегреческую мифологию. Вот. Я привел мысли великого ученого прошлого столетия, вот, основоположника науки о, космон... о космических путешествиях. Константина Целковского, и я привел аналогию э, смерти с тем, как человек засыпает, то есть каждый день по сути, мы э, спокойно отключаем свое сознание, то есть мы э, на это соглашаемся, мы найдем, идем на это только с тем, что у нас вот есть надежда, и с э, потерей сознания, когда человек вот ввиду каких-то обстоятельств или воздействий на него он теряет сознание в обычной жизни то есть как это происходит из собственного опыта вот вот то что я думаю о смерти стоит ли бояться но если хотите оставаться живым если вы хотите быть живым вам нужно бояться смерти я считаю так наиболее правильное выражение вот с точки зрения элементарных Частиц, науки о элементарных частицах вообще такого не существует. То есть это, это просто ну, никакого смысла нет в, в, в понятии смерть. С точки зрения квантовой физики. Вот. Там, там такие процессы не наблюдаются. Вот. Спасибо всем за внимание. Вот. Это были мои мысли о том, что такое смерть и как я это вижу.